Дмитрий, завершилась первая часть предсезонного сбора футбольного клуба «Севастополь». Расскажи о своих впечатлениях, о работе в новом для тебя коллективе. Впечатления только положительные. Ну, первый сбор прошел хорошо, больше бегали утром с мячами, на технику работали, вечером физические упражнения. В коллективе чувствую себя хорошо. Ребята, я читал их интервью, они говорили, как будто не первый день в команде. Так оно, в принципе, есть. Ребята все адекватные, все каждый друг друга поддерживает, если надо. Нагрузки. Первый сбор был немного тяжелее. Ну, всегда надо втягиваться после перерыва. Поэтому, ну, адекватные нагрузки, и мы их нормально переносим. Вас трое пришло вот к нам из Евпатории в этом межсезонье. Какова твоя история перехода и почему именно Севастополь возник в твоей футбольной биографии? Были ли у тебя другие варианты трудоустройства? Варианты были другие, но для себя давно решил, что в Евпатории оставаться больше не буду, так как хотел что-то поменять уже, потому что 3 года был в команде. В принципе, задачи, которые там были поставлены, ну, в первую очередь для себя, были выполнены. Первое место, кубок мы за 3 года выиграли, поэтому надо было что-то менять. И, в принципе, так. В Севастополе позвонил главный тренер Андрей Николаевич и пригласил. Я подумал, ну, решил сюда перебраться. Насколько для тебя важен был переход вот не одного, а именно со своими товарищами? Ну, не скажу, чтобы это играло большую роль, но приятно, когда ребята, которыми мы играли там в определенное время, перешли со мной вместе. До прихода в нашу команду ты был знаком с футболистами из нашей команды? Может, с кем-то дружил, может, с кем-то играл в одной команде? Некоторых был знаком, в принципе, играли 3 года, поэтому заочно знал всех. В одном из твоих ранних интервью ты говорил о том, что твоя любимая позиция на поле – это правый защитник. Вот скажи, изменилось что-то с тех пор? Нет, наоборот, это больше подтвердилось, потому что с этого времени я почти только на этой позиции играл в основном. Поэтому мне нравится все больше и больше на этой позиции играть. В настоящее время современные тренеры любят футболистов универсальных, готовых играть на любой позиции, где тренер скажет. Ты можешь играть где-то в другой позиции, кроме как правого защитника? Без проблем. Могу играть на многих позициях, я считаю. То есть в линии обороны это любая, в принципе, центр поля могу. То есть без проблем. Куда тренер поставит, там и буду играть. Тебе не раз приходилось выходить на поле стадиона «Севастополь», и ты хорошо знаешь обстановку на нашем стадионе во время матча. И вот насколько тебе комфортно играть в таких условиях? Ну, наверное, после Евпаторийского стадиона это была самая лучшая атмосфера. Люди поют гимн, это даже где-то мурашки проходят по коже перед началом матча. Поэтому очень классно было. Всегда было приятно там играть, в принципе. Кто твои самые преданные болельщики и кто обычно присутствует на играх, на твоих играх на стадионе? Жена, родители. Вся моя поддержка, как всегда, в принципе.